из рыбы закаленной. Как-то. Такой дядька здоровый, замерз. Смотри, Алексей как тащит своего киндера. Как бревно. Когда папа Карло, да? Буратино тащит. А где Лена? В городе. Вот по богослужению немного. Он считает, голос совершенно не напрягает. Ну вот такое расстояние. Вот стою, да я, допустим, Михаил. Раз, два, не полных 3 метра. Дальше уже ничего не слышу. Не то, что там глухой. В Покровском соборе стою у дверей, какой собор, я все слова слышу. То есть совершенно не напрягается. Игорь, я тебе говорю. Вот вышел, бубнится и бу-бу-бу-бу-бу. Ну ты можешь прочитать так, чтобы видно было, что это твое, от сердца идет. В Америке это понимают, специально нанимают. Люди, которые это, может быть, и не верят, но чтобы до сердца людей дошло. Повторяю, какая-то деревня-то тут ничего не было. Протопопа Вакуум говорил, когда говорил проповедь, двери были открыты, на другом конце села было слышно, на Рыжковском пруду слышно. Ну, маленько-то, один раз в неделю приходит, главное, и уже встает, зажались. Меня вызвал как-то архиепископ Варфоломей Ташкентский. Ну и быстренько хотели священника сделать. Считай громче, я считаю. Еще громче читай. Я стал еще громче. Паки, паки, миром Господу! Подожди, сильнее не можешь, нет, он меня ткнул жезлом в бок. Ну такой ты и будешь. То есть у меня не хватает голосовых связок. Вы знаете про греческого философа? Он хотел быть оратором. Но оратор, ну не было никаких приемников. То надо было говорить, чтобы толпа слышала. И он выходил на берег моря и говорил проповеди, проповедь это о родине, чтобы перекричать шум волн. Рядом стоят товарищи, слышите меня, нет? И он стал лучшим оратором в Греции. Ну вы не напрягайтесь, раз в неделю пришел, ну маленько потренируйся хотя бы. Ну возвысь голос немного. Никому не надо, один кричи, как Чарльз Спержин. А там пьяницы под забором сидели, и они услышали, обратился человек. Уж сколько раз говорю. Но другое дело, там легкие, больные или что-то, это понятно. А это просто как один. Я, может, не расслышал сегодня, вот чина шпели, после и говорили, ибо твое царство, сила и слава. Мне кажется, мигом перехватил глушкоп и дальше. Прекратите это безобразие. Вы молитву Господню калечите. Че торопишься домой, сепарировать что ли? Вы гнев Божий еще не знаете, что такое. Ибо твое есть царство, не наше. Ни Путина, ни Обама, ни Эрдогена. Твое есть царство, и его сила, не ракеты подземные, шахты, не подводные лодки, его сила и слава, не КПСС, не слава Украине. Его слава. И считают, Отче наш поется, нету. Вы знаете, какие поются? Верую и Отче наш, Василиса прижалась, губами не шевельнет. Кто еще такой? Надежда Васильевна на ходу спит. Даже губой не шевельнула ни разу. Ну еще давай, еще здесь, по бузе, вот теперь зашевелились. Как ты какое-то обречение скажешь сразу, даже мысленный. Не приходите к этой грани оговариваться. Почему не пели? Это понимал патриарх Алексей I Симанский. Он прямо написал, чтобы все пели. Другой это не понимает. Ну, верую можно пропеть. Стоит, прижалась. Василиса губой даже не шевельнула. А ведь она разговаривать умеет. Я не видел другие, кто как. Потому что эти все пели. Ты пел? Нет. Все. Ну, впереди меня стоишь. По ушам видно, что молчал. Спрятался за батьку-то. Бог вытряхнет, и ты ни к чему не пригоден. Верую и Отче наш все поют, как может. Я уже гляжу, чтобы не отставать, где там слова не расслышал. Вчера сказал, когда подходите к иконам,
Не торопитесь. Вот скажи, как кто-то их шилом тыщет. Скорее. Вот, подойди сюда. Мы кланяемся. Вот аналой. Изображение иконы праздника Евангелия. Два поклона. Вместе делать синхронно. Синхронно, то есть вместе. Нет, один вперед. Отступи, который впереди-то. Прямо аж наступает, поклониться некуда. Ты слышишь меня? Давай поклонимся. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешного. Поклон должен быть такой, Ерема, чтобы рука могла пол достать. А ты у тебя вот какой поклон-то. Как у старобрядца, как кулик на болоте. Вот и весь. А у евреев вот у стены плачем, вот так вот головой качают, стоят. Православная вера позволяет мне смиряться себя перед Богом. Второй поклон вместе. Теперь по одному подходим, креститься не надо, уже перекрестились. Поцеловали и опять встали на место. Так, теперь отступили, снова поклонились вместе. Сегодня гляжу больше половины. В разнобой. Один только поклонился, скорее бежит оттуда. Куда торопишься? Ну маленько-то гляньте. Приходим, мы же ничего не слышим, не понимают. Ну это-то внешне можем. Я немножко вам объявление дам сегодня. Игорь, ты объяви, где будет занятие? Какое время? У батюшки. В час. А? В час у батюшки. Сейчас у батюшки. Я говорю, понятно? Витя, каждый раз считая, говори, Златоуста, том такой-то, страница такая. Меня в интернете спрашивают, где взяли, откуда проповедь, не могу сказать, что язык отвалится. Слушаюсь и повинуюсь. Вот это вопрос, вот так отвечать. Слушаю и повинуюсь. Мало того, скажи, год издания Италия, потому что другое издание, другие страницы. Это займет несколько секунд всего только. Я говорю про церковное, пока мы здесь находимся. Вчера мне позвонила Валентина, моя сестра, и говорит, с Новосибирска, женщина знакомая позвонила и говорит, объявили анонс о фильме, называется так, дело было в Потеряевке. А когда будет? Что? Ничего не сказала. Но уже стали сообщать и в интернете, и звонят по телефону. Сейчас смотрели про Потеряевку. Я говорю, их как? Не расположены к вам. А другие говорят, не поняли даже, о чем там говорится. Ну, мне надо самому посмотреть, сколько? Ну, минут, наверное, 15, нет, 20, нет, наверное, 25. Вот так вот. То есть в разнобой. Я не могу ничего сказать, пока не посмотрю. Я просмотрел 3 раза. Один, потом с братьями, потом с секундомером, кто говорил и что. Сделан, ну, они, заказной фильм. Заказной, то есть заказывает, заказчик платит. Я покажу, по каким признакам определил, что он заказной. Там встречаются фигуры, которые вообще к нам не относятся. И все время на религиозный уклон. Кросснадзор их тронуло, там вообще не относится к такой вере. Фильм продолжается 15 минут 6 секунд. 15 минут 6 секунд. Что мы здесь видим? Я выставил 6 роликов, которые они снимали. Мы снимали вместе с ними, Володя снимали. И 7-й, когда занятия были. Они у нас снимали, не считая другое. Я потом посчитал. 4 часа 40 минут. Это то, что у нее в кармане было. 4 часа 40 минут, выжимка на 15 минут. Почему? А у нее у рамки, она не может больше. 6 секунд это она уже перебрала, видимо. У них строго время. И что отсюда я вижу? Кого она коснулась? Отца Акима. Делает ошибку в его имени. И Оким. Одна буква Авраама, что значит? Изменение всей жизни. У Сары что значит буква «Р» означает? Может быть, евреи не картаяли, может, она не говорила «Сага», а говорила «Сарра». Недавно на евреев говорят, определить легко, букву «Р» не выговаривает. По радио выступает один. Ну, смотрите, я как выговариваю «Р», рычу на вас. Ну, юмор у него есть. Дальше. Устиновых были. Пишет не Устинов, а прямо написано «Кустинов». «К» букву подставила. У второго была вторая небрежность.
У меня было здесь и занятие в доме Игнатия, проповедника. Она даже не узнала, чей дом. Это что, нормально? Мне пишет 76 лет, год срезал, мне 78 идет. Кого она коснулась, везде ошибки, то есть крайне небрежно сделано. Небрежно, и, но злого умысла я не вижу, просто греховная жизнь. Это грех жизни позволяет так делать. Когда приезжал у нас Макаров, здесь был Сергей Сергеевич, почему ни одной ошибки не сделал? Он вникал во все. Он был 10 лет журналистом «Комсомольской правды». Игумен Кирилл Сахаров, сколько раз у него был здесь, пишет уже пятая книга и везде нас вспоминает. Ни одной ошибки нету. Тут ко мне пришла одна написать что-то обо мне и о голубях. И как она зашла, как что было, все пишет, потом написала. Черновик прислала Лене, Лена дала мне, я проверил, отдал назад. Ни одной ошибки, вот так они должны делать. Это не проверяет, не оповещает, когда будет. Это что, грех? Всякий, кто делает дело Господне, небрежно проклят. Вот я показываю, где коснулись. Одна журналистка была и пишет, у Барабаша 300 гусей. Я говорю, что гуси в башке летали? Пошел ей выговорил. Ну где ты видела у Барабаша 300 гусей? У него 300 ласточек, может быть. Он их всех переманул к себе. Своим складом. И что получается дальше? Внимательно слушайте. В этих 15 минутах, 3,5 минуты чужие люди, дорога, она как садится в машину, совершенно к нам не относится. А тот шофер говорит, а я по Теряевке помогал дорогу строить, хорошие это люди. Ну, говорят, материться нельзя. Ну как русскому человеку без мата? Это надо включать. Здесь записывала батюшка у меня важные слова, на пруду Рыжковском была. Для вас цель жизни, я говорю, Христос. Для меня жизнь, Христос и смерть, приобретение. Нет этих слов. Ни одного слова нету божественного, как будто. Даже это не небрежность, а просто утопли в грехах. Как же может так работать? Вот заметьте, и оказывается, что те, которые она воспользовалась материалом, она с 11,5 минут. Так это не все. Взяла больше половины. Какие ролики были? Застоило ли ехать, когда ролики в интернете? Из интернета берет и их начинает комментировать. Я тогда все подвел процент, посмотрел, по Теряевке, что берет. 4,40. А когда посмотрел конкретно, которая прямо непосредственно вот здесь, меньше 3%. Меньше 3% от снятого. Это вообще меньше 3%. Ну понимаешь, из 100, то сколько 3, неполных даже остается. То, что снято было. Ну и какой же это репортаж-то? Но я не увидел умышленного злого умысла. Они просто в этом плывут. Есть интересные моменты. Какие моменты? Вот такие моменты. Они нашли человека заранее уже, который крайне не расположен. Это Кемеровская епархия. В этой Кемеровской епархии они находят человека, который люто нас ненавидит. И как он выглядит, и вот все это как корежит его стоит, говорит. То есть это самые сильные моменты. Это им, они вырезать попытаются теперь, когда поймут, я им расшифрую, что это. Это лик московской патриархии. Подлый, гнусный. У нас уклон старообрядческий. Кто такие старообрядцы? Это те, которые приняли при князе Владимире. Которые сохранили благочестие хотя бы внешне. Не изменили богослужение. Для него это враждебно. С чем-то мы можем не соглашаться, но говорить, что старообрядчество это что-то. Сергий Радонежский кто? Старообрядец. Князь Владимир кто? Старообрядец. Основатель монашества кто? Антоний Феодосий. Все старообрядцы. Даникон это все старообрядцы. Иван Грозный это все старообрядцы. Ты маленько одумайся, куда ты? Серафим Саровский интересно, у него не щетки, как у нас, а лестовка. И старообрядческое одеяние у него было. Это тоже не секрет. Он это клеймит. Дальше.
у меня, это про меня он говорит, это гуруизм, это гуру, это уже не учитель. Он думает, гуру это и есть учитель. Он даже этого не знает. Разжиревшая такая физиономия, бритая, католичная. Некрещеный видно. Кто? С миссионерским отделом связан. Информационный отдел. Все миссионерские отделы не от Бога, если не от сатаны. Ты можешь образовывать деревню, храмы строить. Человеку дано, но миссионерский отдел нельзя образовать. Это не дано. Это миссия Бога. Ян Златоуст говорит, чтобы человека обратить, быть миссионером, нужно не два таланта иметь, а тысячи талантов. Тысячи. А крестить ни одного не надо. Они крестить-то не могут. Ладошкой по голове и все. Меня спрашивают, а вы могли бы по-теряевским показать? Вы назначаете время, я покажу. У меня хороший экран, настоящий, не какой-то ноутбук, а настоящий процессор стоит. Попутно спрошу, кто хотел бы посмотреть? Так, во сколько назначаете время и придете одновременно? Да, скворечник. Во сколько назначите? После занятия? Давайте после занятия сразу. Да, сразу. Договорились? Да. Вопросы там мне будете задавать. Я дальше поясню. Что? Это подумать надо. У них уклон на нее 56. Они проповедуют о рождении свыше. Да откуда тот вепрь вышел? Без рождения свыше даже мытарство человек не проходит, он в ад летит. Господь говорит, кто не родится свыше, не может увидеть Царствие Божие. А он стоит и балаболит. И если скореженный говорит, то есть человек полностью сожег совесть. Ударцев Евгений. Фамилия о чем-то, видимо, говорит, мало знаем. Евгений означает благородный. Оправдай свое имя. И они, представь, отсюда, видимо, туда. А он теперь нападает на ролики. И знаете, у Бога иерархия. Это его слова. Бог священник, а потом мирянин. Откуда он это взял? Иерархию здесь Бог установил, дал какую-то. Но там, как ты можешь сказать? А у них перевернуто все вместо Бога Игнатий. Дети бегут и смотрите, они их учат лжесвидетельству. Какому лжесвидетельству? Он вообще умопомешанный, бесноватый. Это надо увидеть, чтобы его запомнить. Это самый сильный момент, что они поставили. Они показали подлинный лик гнусности, предательства, ненависти, злоречия. Да он ни одного ребенка не видел. Ни одного слова не говорил. Это я вам рассказываю о том, что можете потом увидеть. И выступает Принцева. То есть, принц есть, это и буква, Принцева Ольга. И говорит, лагерь нигде не числится, его и проверять не имели права. А сама надзор, видимо. Кого проверять, когда он нигде не числится? Это просто гости приехали к Игнатию, к проповеднику, и все, в гостях были. То есть, она с отдела образования откуда-то оттуда, не с Роснадзора. Нет, ну может быть, наверное, я не утверждаю, где и кто. Но смысл понятен, что среди них тоже есть люди, которые начинают домысливать. Я очень прошу, вот у нас тут было, задержали вора, теперь это не вор был, то есть это благодетель приехал среди ночи, по сараям шарится, и уже начинает... Уголовным делом звонит, мне на неделе звонит, на неделе, одна женщина звонит. Мои дети были в лагере у вас, сейчас вызывают меня в эту прокуратуру. Минута прошла, вторая звонит. Прокуратуру? Зачем? У русских прокуратура это означает недобро. А что, там зарплату мало дали? Прокурор тебе добавит. Прокурор это значит осудит еще сильнее. Самый большой срок требует. Когда расстреливали бессудно, прокурор участвовал, прокурор края. Я знал только одного прокурора, который не похож был на них. Это Параскун Юрий Федорович. Мы близко знакомы были, генерал-лейтенант. И все комиссии, которые были, землю дали, это благодаря ему. Там тоже бывают люди хорошие. И занятия у нас в университете было, прекратились. Я пошел, он дал такую характеристику, мне двери все открыли сразу. Это сегодня еще что-то там, какая-то возня идет, трепется. А там мне звонят матери, там отцы, которых дети там были. Помолиться надо, чтобы... Я говорю, самое главное для вас, нигде не солгите. Мне не нужно от вас хорошее, не надо. Говорите правду.
У меня было, когда на лагерь нападали, а потом я подал в суд, его выиграл. ГТРК, это где передают передачи, это радиостанция это. И директор позвонил, Геращенко, кажется, и я к вам пришлю Масалова, это заместитель, он поговорит с вами, он пришел. Знаете что, отзовите свой иск, чтобы не трепали их. Я суд-то выиграл, а теперь им надо по телевидению показать опровержение и даже заплатить за подрыв чести, достоинства, деловой репутации. Мы, знаете, мы о вас съездим по Теряевке, мы о вас хороший фильм поставим. Я говорю, еще не были, уже хороший. Как ты можешь стать, говорить, хороший, когда ты в глаза не видала? Уже видно, что вы не такие. Ты говори то, что было. Вот мы с тобой разговариваем, так и есть. Не надо монтировать, там, рвать. Я их очень хорошо знаю. Поэтому сегодня мы помолимся об этих, кто ее звать Анна Афанасьева, которая работает. Он был, который оператор, он вообще не, он только снимал. Аслан, кажется, звать-то, правильно, нет? Я не знаю, ой или а. Его Евгений Ударцев, который это говорил. Об нем тоже помолиться, чтобы в этом состоянии он не ушел из жизни. Нам есть что сказать, есть что показать. И главное, больше показывать, что курицы, цыплята подошла, видимо, городскому. Ягнята прыгают. А сколько было говорено, божественного этого нету. То ягнята, то... Алеша говорит, там вот хотели там в Горный Алтай, там что-то там еще показывает где-то. Это она записала. Это, ну, тут как бы ничего не трогает. У меня просьба к вам, нигде не солгите, потому что вот этих воров, вора это задержали, а трое в кустах сидели, не вытащили. Они что-то там сейчас закулисно делают. И наши есть, ну, наши, живущие в деревне, будто бы уже... Я говорю, будто бы, уже начинают давать показания, да, неправильно. А мы вот это не делали там, или мы вот то-то, то-то, так не годится. У верующего христианина только два варианта. Один – молчать, Иисус не отвечал ни слова. Или говорить правду, как есть. Ты можешь сказать, что-то вырезать, промолчать, но не лгать. Не все говорить надо, глупый только все болтает. Ты можешь сказать, что это меня не касается, вы о другом спрашиваете. О другом спрашивает, скажу, он живой, его спросите. Он не умер. Прошу, нигде не лгите. Ну а тогда у нас, у вас что будет тогда? Христос. Всякая лошадь дьявола. Дьявол, дьявол переводится клеветник. Вы уже переходите на сторону другую. Христа там нету. Вы потерпите поражение в вечности. Хотя бы здесь и выиграли. Сегодня как, осудить надо, ему в карман наркотик сунул. И говорит, а мы могли ему там наложить что-то в багажник-то, когда приехала милиция, там-то были-то. Ну, его бы тоже... А те уже пишешь, и машину ему разбили, и его избили, это встречный иск. Это начало уголовников. Это первые уроки в уголовном преподают преступники. Когда тебя где-то схватили, ты старайся скорее написать то-то, то-то, чтобы родные звонили за тебя. Если настоящий следователь, он все разберется быстро. У нас было судилище. Потом я нашел судью и говорю, Жамоедова, Нина, кажется, Васильевна, судила. Судила за то, что там одну инокиню уволили и не дали ей стажа, не дали записи, и она не может устроиться. Ты не работала, она работала. Работала. И все это доказали. И тогда и выиграла она процесс, но заплатили мало, еще подала Милославская Ольга. Второй раз выиграла, и епархия села, она обращалась к епископу, не помогли, она к патриарху записи не делает, выгнали за то, что стала говорить о крещении, ходила на занятия. Не работала, и выходит от них священник, хороший священник, отец Георгий Титов, выходит и говорит, а она не работала, а он юрист. Когда вышли в коридоре, говорит, отец Георгий, да та же работала, ну работала. Да как же ты сказал, не работала? Так она же в суд подала. Я так ахнул, да кто же вы такие? Священник, юрист. Я тогда пошел к судье, где она работает. А она говорит, я говорю, а как вы разобрались-то так? Она вынесла правильное решение. А я, говорит, их сразу раскусила. Они лгут. Она, кажется, жила на улице Второй Строительной с нами вместе. Я про вас все знаю. Я им, говорит, ни одному слову не поверила. Судья. Я называю фамилию, имя, отчество. То есть... Господь нам дает иногда таких следователей, судей, которые разбираются.
У меня начальник тюрьмы, полковник Соломин Александр Семенович. Так освободившись из тюрьмы, все время перезвались. Родной мой, дорогой мой, у него везде присказка была. Начальник тюрьмы. Следователь принял крещение с полным погружением. Я его не знаю, где он. Пищугов Виталий Николаевич. То есть ты делай как положено, правда, ни слова не измени, не солги. Тогда с тобой будет Господь. Я свидетель, моей жизни были, которые рядом лгали, я проповедовал, и все лгали. Я говорю, ты хочешь, чтобы у тебя по-другому было? Вызови прокурора по надзору, следователя, и измени показания. Так меня туда, да меня тут на 10 лет осудят. Ну, 10 лет ты выйдешь человеком, а так ты негодяй. Ну и что? Сделал правильное показание, у него только условно дали. Условно. Рядом-то торчонок там лежал. А можно я вашему Богу буду молиться? Нож показал там на свинарнике, поросенка утащили. Не ударил, ничего. Ну, ясно дело, срок. Ты скажи, что ты не прав. Скажи, что солгал. Показания изменить нужно. Иначе Бог с тобой знать не будет. Запомнить это. Не можешь говорить? Молчи. Твори Иисусову молитву. Ни слова не говори. И скажи, отвечать не буду. У меня знакомый следователь, он стал священником. У меня, говорит, был такой. Зашел, нога за ногу, сел. Так, вы последние слова мои слышите, больше ничего не скажете. Я, говорит, бился там год с ним, говорит, ни одного слова больше не услышал. Все. Ну, я, говорит, дал, говорит, ему повыше катушки там. Это твое дело. Я вам рассказал о положении. Сегодня придете, и вот кратко я разберу. Почему, думаете, заказной? По священнику. По священнику. И заказ, думаю, был не со Останкина, намного выше. А какое отношение религиозное воззрение мое имеет отношение к лагерю? К детям? Обвинений не было ни от Роснадзора, ни от кого. А весь уклон был туда. Она тут спрашивала, вот вас называют сектанты там, ну и что-то такое еще. Я не отвечал, я говорю, вы сами видите. Сектант, вы не знаете, кто такой сектант? Что такое секта? Секта – это отрицание вероучения, которое отроится и прочее, и отсутствие, то есть, непризнание института священства, то есть священники не нужны, все мы священники. У нас священник. То есть сектанты никаким путем нельзя затолкать. А сегодня весь эфир наполнен. Главная большая секта – это Московская Патриархия. Везде им рта раскрыть нельзя. Сколько они творили дел. Крестить нам не разрешали. Кто не разрешал? Все старообрядцы крестили в полное погружение. Баптисты, адвентисты, иеговисты – все в полное погружение. Ладошки по голове – все что? Достаток. Вырвать деньги, свечки, храмы, чтобы с нами этого не было. Вот вам маленькое объявление. Вопросы? Значит, читать громче, объявлять, откуда взяты и год издания, это минуты даже не займет. Так, я хотел Кириллу немножко сказать. Кирилл, ты не обращаешься за помощью к народу. Я слухом так только... А услышал, что ты такое делаешь большое и опасное, нужное для Потеряевки, чтобы все за него молились, чтобы Господь его защитил, через него страху нагнал, на кого надо. Ты согласен? Вон один, не туда маленько. Скамейка узенькая оказалась, надо расширить, батюшке сказать. Ну ладно, все, кости мягкие. Кирилл, согласен? Ему нужна помощь ежедневная, круглосуточная. Я не буду говорить о чем и чего. Вы поверьте просто мне. Человек совершает по настоящей нужде подвиг. А мы даже не знаем этого. На этой неделе, если Бог даст, мы, видите, эту подняли дорогу-то, теперь-то нету. Песок, щебень, это обойдется мне... очень большую копейку, ну не менее как 1170. И мы постараемся сделать. Это добавили 30 метров, это получается у нас 105 метров. 105 метров, ну это что-то. А здесь 250. Видите как, ну хорошее. Ну пока только дальше мы ничего не можем сделать. Песок не везут. Заказал, Леша, 6 машин. Мы продлим прямо сюда по 15 тонн. Расположим, а потом вызову грейдер и сразу же, насчет щебенки сразу начинает толковать. Сколько, не знаю. Не знаю просто.
Ну, машин 7. 7 там узнай, почем пока это. Пока узнаю цену. Почем и как, чтобы нам хватило разгридировать. Вот она дорога-то. Ведь ездим же. Мы ее подправили. Просьба здесь. Не, Игорева машина, это не ездит. А на той тебе тоже комбайном не заезжай. Он не помещается. Перекрыли. Не заезжай. Ты в прошлый раз был, у меня сердце готово выскочить. Хедер за... Хедером назовешь это? Жатка. Ну, которая косит, а вот это вверху. Жатка. Да. Жатка. Ну, теперь называется. Она по-научному хедер называется. Ему нельзя не туда свернуться. А тут уже пропасть. Он прям колесом на полколеса съехал. Ты опрокинешься. Не заезжай на нее. На этой, на комбайне. Остальное. Ну и эту режущую машину не надо вокруг ездить. У меня все. У меня есть предложение. Благодарю за внимание. Поставить знак вон туда, вон. На знаке тебя на тракторе так кричет. Подождите минутку. Михаил, расскажи, вернись-ка назад. Расскажи про этого человека, как ты его знаешь? Ударство, который против говорит там. Да, да, да. Я ездил это, когда с епархии стали, мы книги распространяли, там ездили по Кемеровской епархии. Архиерей наш это, Кемеровский, он это... Как его звать, архиерея? Аристарх. Сейчас он митрополит. Он написал письмо, или там, я не знаю как, или созвонились они, чтобы в библиотеке не выдавали книги. Какие книги? Книги «Открытым оком», «К истинному православию», в общем, которые мы это развозили с Игнатием Тихоновичем по Кемеровской области. Они их из библиотеки выдрали себе. Пришли, а она прихожанка, и сказали, эти книги, они очень нужны семинаристам нашим. Ну вы же прихожанка, а я священник. Ну поверь мне, и она отдала. А в другом месте, где-то мы у вас там были, то пришли, они его как отбрились. Да нет, нет, я все, он сразу перестал. Да. Ну и это... И много говорили такого вот Олега Маленко, там, Волкова там брали они в авторитеты. В общем, ложь. Меня это беспокоило, что они лгут, и вот как Игнатий Тихонович сказал, что ложь это ведет в ад. Я хотел разъяснить им, ну как мог. Я поехал в командировку там по работе и думаю, зайду в епархию. И как раз я зашел в этот миссионерский отдел и познакомился с этим Евгением Ударцевым. Мы минут 40 с ним там побеседовали. Вот. Ну, он остался при своем мнении, и я уехал оттуда. Потом я ездил еще в Таштагольскую нашу районную библиотеку, там они отказались. Мы там беседовали, но нам снимать и там запретили. Но они быстро среагировали. После нашего приезда, не знаю, сколько там дней прошло, но очень быстро. Это Евгений Ударцев туда приехал в библиотеку, собрал священников, библиотекарей и стал объяснять. Ну, то есть... То, что я им пытался объяснить, что вы лжете, наговариваете на человека, который является не сектантом, а православным человеком. Я ему объяснил, что я в Московской патриархии нахожусь, что живу в Темиртау, что такой-то священник, он понял, что я-то, ну, тоже в этой Московской патриархии нахожусь. Ну, он сказал, единственное, что он сказал, что мне приказали, я делаю то, что мне сказали делать. То есть... Ну, а по духу он противник, конечно. Он не принимает ничего. Совершенно. А как там девчонки-то, ты говоришь? Что... Да, и там это... Я зашел, ну, большие помещения. Одна комната, вторая комната. Там это... Две девушки или женщины там молодые. И он. Ну, а чем они занимаются? Ну, я так понял, что они чай пьют там. И отдыхают, собственно говоря. Работа такая, в общем, легкая у них это. Ну, какие-то деньги получают за это. Звонки ему идут. Люди спрашивают, вот там появилась такая-то там это организация или там это. Он отвечает, что туда нельзя, это плохо. Все, работа закончена. Да. В общем, активность у них такая, что ничего брать. Я говорю, у баптистов можно что-нибудь взять доброе для нас, для православных. А что у них брать? У них одно вот. Я говорю. Баптисты – это тоталитарная секта. Он признал, что не тоталитарная. Ну, а брать ничего не надо. У нас по православных все есть, мол. Зачем это? Унижаться так. В общем, ничего я не смог это объяснить. Вернее, я пытался ему дать понять, что лгать не надо, лгать не надо. Наговаривать не надо, лжесвидетельствовать не надо. Ну, остался это
каждый при своем. Видите, мне сказали, я делаю. Эти охраняют, батюшка приехал, полицейский, говорит, да что вы? Ну нам сказали, мы делаем, человек системы. Вот я бы был священник, я бы ничего сказать не мог. Он мне запретит. А я ни в чем не винен. И что интересно, батюшка сейчас ездил, когда встречался с нашим митрополитом Иларионом, я прав, и Сергием, и митрополитом Сергием, Московский патриархат. И он говорит, вот говорят на Игнатия то другое. А из-за чего? Потому что они ничего сделать этого не могут. По зависти. Бог даст, может быть, он приедет на наш престольный праздник опять. Так на него какие нападки-то отовсюду идут. Это что же он их поддерживает-то? То есть они настаивают на этом, что он должен ну, что-то говорить против. Правда, неправда никого не касается. А можно ли добиться? Бог знает. Но, судя по всему, этому человеку уже, видимо, ход закрытый. Уже не подойти. Но иногда спрашивают, на этой неделе мы Виталия отправили. Вчера он на кого вышел? На тебя, Никита? На меня тоже вышел. На слово Потеряевка, это и то с ошибкой пишет. Ты видел? Нет. Ну как нет, это когда где-то он стоит, а там плакат какой-то. Попаряевка какая-то. Он даже это не мог написать. Но по-хорошему к родителям. По-хорошему расстались. Вчера подошла Серафима Гавриловна мне, как его отправили. Надо было ему, чтобы у него рубище было, он здесь, чтобы жестко так. Я говорю, у него все это было. Ну и как уехал? Хорошо, побеседовали. И из-за чего он забунтовал на Михаила? Вот, Михаил Михайлович Кальмаев из города Темиртау. Мы вот это городили, и он к нему, значит, не так. Тот говорит, я и коров держал, я знаю это все, а он вообще не знает, он лопату от топора не отличает. Это Виталий. Первый день пошли на пруд, я дал лопату и топор, он лопату взял и рубит дерево. Он топора не видал даже. Лопатой дерево рубит. Ну и чем закончилось? Ты меня пренебрегаешь. Как? Ну-ка расскажи, из-за чего началось? Вечер, когда городили вот эту вот ограду от коров, которые, ну, нашу... Дорога, она возвышена, а коровы любят это чесать. Ну, я так думаю, что он меня испытывал тоже. Потому что он предлагал легкие брать, эти, жерди, а тяжелые оставить. Ну, я не согласился. Потом мы поехали сюда, это, он уже тут наоборот говорит, ты загораживаешь не так, потому что слабо, коровы прорвутся. Надо сильнее. Хотя тяжелые жерди перед этим говорил, не надо брать. А легкие, пока дошел по-другому, а они в паре работали. А потом, ну потом он видит, я его это не слушаю, я делаю свое дело, там заколачиваю, говорю, держи здесь, это сам это гвозди прибиваю. И тут он это спылил. Ты меня, говорит, пренебрегаешь меня. Ты почему такое это пренебрежение ко мне относишь? Ты почему меня не слушаешь? И вот это спылил, и такая ярость у него пошла это. Даже не вот этот день как раз он провинился один раз, второй раз, я говорю, остаешься без завтрака, остаешься без обеда. Он фактически от ужина до ужина день. И в этот же день вечером пост, им богослужение, а пост и молитва против сатаны, он как взъярился, я глянул в глаза, ужаснулся. Столько там ярости, столько злобы, она, я говорю, что меня раздражило это. Я говорю, теперь ты выпустил жена этого на свободу, тебе уже не взять. И все почувствовали большую опасность. Просто свирепый такой вид, и я немедленно увести его. Ну, кстати, он говорил, что Игнат Тихонович не так говорил делать. Да. Так вот, ты он неправильно делаешь. Он ни одно дело не делал так, как было сказано. Если я сказал делать, он обязательно наоборот. Ну и вот я ему попытался это сказать, что я тебя не пренебрегаю, это я делаю, просто и знаю, как делать это, и все. Ну, ушел по-хорошему, отвезли по-хорошему. Виктор Николаевич его отвозил на машине, посадили, и говорит, я уже дома у родителей. Ну, и пребывание здесь не было бесполезным. Это у него на всю жизнь останется. Но вход ему сюда закрытый, похоже, навсегда. Я его спрашивал. Уже мы беседовали, он успокоился, я говорю, ты какие-нибудь плохие советы здесь, нехорошие получал по Теряевке? Ну, от людей, вот, от общины, от Игната Тихоновича, он говорит, ничего не получал. Все, говорит, хорошо. И мы расстались с ним, это, он у меня попросил прощения, я у него. Обнялись и поехал он. В общем, мы хорошо расстались с ним. Вот видите как, это на неделю у нас такие были события, ну, необычные. И все во славу Божию, если мы сами будем смиряться с Богом.